Нормально. По нашей жизни у нас всегда бывают какие-то трудности. 그리고 나는 할 수 있다. Однако я это смогу. Я смогу, я добьюсь успеха. 그 강한 믿음을 믿으십시오. Это у вас должна быть вера в себя. 흔들리지 않고 해 나가면 не сомневаться. 정말 정말 정말로 커다란 성공의 열매를 맛볼 수 있습니다. И тогда по-настоящему, по-настоящему реально вы сможете прийти к успеху. 가능하죠? Сможем? Да! 그리고 이제 카자흐스탄이 오픈하면 주변 국가에 타지키스탄, 키르기스탄, 우즈베키스탄, 중국 있죠? Когда откроется Казахстан, и рядом возле вас есть страны Кыргызстан, Узбекистан, Китай. 지금 그쪽에 있는 국가들은 또 언제 오픈하냐고 계속 묻는가 들어옵니다. С этих стран постоянно спрашивают, когда же их тоже откроют. 그쪽에 있는 사람들보다는 지금 여기에 계신 분들은 정말 행운하죠. По сравнению с этими людьми в Казахстан вы вообще счастливчики. 그렇죠. Правильно. Мы раньше были. 이것은 이제 내가 어떤 방향으로 어떻게 이 사업을 전개할 건지 정말 생각을 좀 하시면서 사업을 하시면 성공하실 수 있습니다. Так что для успеха вы продумываете, каким способом, что такое, как ноу-хау, каким образом мне работать, как делать это. 그리고 이터미는 사원에 나와 있듯이 회장님께서 말씀하셨어요. 이터미는 회원분 각 한 번 한 번 한 번을 소중히 여긴다고. 이 사람 한 분 한 분 한 분이 소중한 사람이다. президент Пак Кын Хе говорит, что атоми каждый человек он драгоценен. То есть каждому человеку относиться по-особенному. 회사를 믿으시고 верить компании. 제품이 마음에 들면 и также если вам нравится продукт. 그리고 보상 플랜이 정말 좋다고 생각하면 если вам действительно понимаете, что маркетинг-план очень классный. Этомираным договором 통해서 여러분도 성공을 하실 수 있습니다. Каждый человек сможет достичь успеха в Атоме. 하실 수 있겠죠? Сможем. 혹시 궁금한 점 있으시면 제가 답변해 드릴 수 있습니다. Если у вас есть какие-то вопросы, он ответит на все. 이게 5만 달러, 5천. Итак, означает 50 тысяч долларов в месяц. 마케팅 플랜은 회장님이 직접 만드셨습니다. 마케팅 플랜은 президент Пак Кын Хе сам его разработал. 그 마케팅 플랜을 보면은 상한선이 있습니다. Если посмотреть на маркетинг план, то в маркетинг плане есть предел. 지금 맨 초기 한 사람들은 임페리얼 간 사람들이죠. Есть те, которые самые первые пришли в Атоми, и сейчас империал мастерами стали. 그럼 여기 계신 분들은 아직 수당 한 번도 안 받으신 분들 있죠? 아, есть те люди, которые только пришли, и вот здесь, которые люди еще даже выплаты первые не получили. 사업을 처음 한 사람도 이 상한선이 있어가지고 그 이상은 회사에서 돈을 주지 않습니다. Так как есть предел, то Так как есть предел, то благодаря этому те люди, которые только пришли, могут также принимать, получать. 다른 MLM 같은 경우는 이 상한선이기 때문에 계속 올라가거든요. Наверное, Владимир это объяснял, так как в других компаниях чаще всего из-за того, что нет предела, то люди, которые пришли первые, они все почти и получают.
그렇다 보면은 처음 ML 다른 회사 같은 경우는 처음 시작하는 돈이 조금 적고. И поэтому в других компаниях люди, которые только пришли, получают уже копейки. 근데 회장님께서 마케팅 플랜을 먼저 상한선 정해놓고 초기 사업자들이 시작을 해도 처음 시작한 사람이나 이제 시작한 사람이나 똑같이 5천만 원 정도 받았으면 좋겠다. И Пакангин сделал такой маркетинг-план, при котором те люди, которые пришли раньше, и даже те люди, которые пришли только что, позже смогут достичь того уровня, при котором они смогут получать 50, работая, 50 тысяч долларов в месяц. 그래서 지금 시작한 사람도 5만 달러 올라갈 수 있고, 처음에 시작한 사람들도 5만 달러까지만 올라갑니다. Поэтому только что пришли, только начали, также могут достичь этого уровня, чтобы получать 50 тысяч долларов в месяц. 한 달에 5만 달러면 살기 좋지 않나요? 50 тысяч долларов получать это ж классно, нормально же жить на эти деньги. 회장님께서 그 여러 단계를 그 보상 플랜이 마케팅 플랜을 그러니까 다른 회사들로 그걸 섭렵했었습니다. 그리고 그 섭렵을 한에서 이 초기 사업자들 처음 시작하는 사람들이 어떻게 이 사람들이 버텨내고 도움을 줄 수 있을지 그걸 많이 고민해서 마케팅 플랜을 만드신 겁니다. Пакангин очень долго рассмотрел и изучал разные маркетинг-планы других компаний, и он все время хотел в первую очередь подумать о тех людях, которые только приходят в компанию, и как можно чем помочь, чтобы они могли получать в первую очередь. 그래서 지금 시작하셔도 제가 먼저 했지만 나중에는 여러분이랑 똑같이 받게 됩니다. И даже если вы только-только пришли, на данный момент мы получаем больше, чем вы, но придет время, когда мы будем получать на одном уровне. Это вот такой маркетинг план Бакани. Нормально же. Есть еще какие-то вопросы? Не в Корее, да? Не в Корее, в Роме Корее. Хотя бы... Россия. Америка. Россия, ну как это делать? Нет, нет, нет. Да-да. Сейчас Атоми в 13 странах открыто официально. Лигу. Америка. Сейчас Royal Master наваривается. Есть Royal Master. Royal Master 정도 되면 5만 달러. Уже при рояле уже не получает 50 тысяч долларов. Это мне типа ашито. Вы знаете по квалификациям? Imperial, Crown, Royal, Star, Sharon, Taiya, Senior Master. То есть по уменьшению это Imperial Master, Короны, Роял, Звездный, Шарон, Бриллиантовый и Мастер продаж. Royal Master 정도까지 올라오면 5천만 원, 5만 달러. Начиная с Royal Master вы уже получаете 50 тысяч долларов в месяц. 그 다음에 캐나다도 로얄 마스터 나와있습니다. Уже в Канаде есть роял мастера. 그 다음에 저기 멕시코는 스타 마스터. В Мексике уже звездный мастер. 그 다음에 일본 로얄 마스터. В Японии роял мастер. 타이완 크라운 마스터. В Тайване уже коронный мастер. 그 다음에 말레이시아 로얄 마스터. Малайзии роял мастера. 러시아는 지금 현재 샤브모 마스터 나와있어요. В России уже Шарон Мастер есть. Вот в дальнейшем собираетесь открывать в Индии, в Китае. Это же большой рынок, правильно, да? Значит, еще больше будет. Да. Людей там сколько? Правильно? Миллиарды людей это же. Вообще заводы купили. Чоне. Чоига. 러시아 오픈에 주도적인 역할을 했습니다. 저희가 주도적인 러시아 오픈. 러시아 오픈. 멋있습니다. 괜찮아요.
Я отвечу на этот вопрос. Дело в том, что в Китае построены уже 3 завода. Для Китая. В Индии тоже договариваются построить завод, поэтому не переживайте. Всем хватит все. Не хватает, поздно приходит, толпает. И логический вопрос, если Китай и Индию откроют, то как будет хватать вообще? Сколько людей? Население большое есть. 2018년 12월 달에 러시아가 오픈했습니다. 2018년 году открылась Россия, а до этого? 그 이전에 회사에서는 중국을 오픈을 먼저 하려고 했습니다. До этого они вообще так был по плану Китай, чтобы открыли до России. 근데 러시아에 있는 저희 파트너들이 중국보다 더 먼저 러시아가 오픈을 해야 된다. Но в России очень усиленно работали, у них были большие объемы, и они попросили, чтобы их раньше открыли, чем Китай. 그래야 러시아가 먼저 오픈하면은 마케팅팀에 보면은 그 개봉상으로 중국의 저기 러시아 파트너로 볼 수 있다는 거예요. И теперь вот Россия открылась раньше, и под Россией, под СНГ уже может регистрироваться и Китай. 정말 노력 많이 했습니다. На самом деле это были большие усилия, чтобы так было. Заводы, сейчас 3 завода, уже 2 завода уже построены. Завод Химахим в Китае построен, завод зубных щеток в Китае построен. И также там ведутся также в дальнейшем будут еще другие заводы. Также в Индии сейчас тоже будет завод, договор тут. Поэтому и на самом деле еще до этого, так как думали, что будет открываться Индия и Китай, также вот эти несколько месяцев работали над расширением сервера. Поэтому заранее все продумывается. Да-да-да, это. В Атоме есть девиз компании. Вообще, зачем этот девиз нужен и почему он говорится перед семинаром? Девиз — это как правило, самому себе, какие цели мы ставим. И помним, что Атомианс — это единая команда, и благодаря синергии единого сердца даже маленькая компания становится победительной компанией. И поэтому, если мы помним, когда кто-то в спорте занимается, всегда есть кричалки. Зачем они нужны? Для поднятия духа. Вот поэтому на семинарах обычно это говорят вместе. То есть, поэтому так. Основные девизы Атоме. Первое — это заботиться о душе. Первое, о чем говорит компания, что человек создан не для того, чтобы его использовали. И Атоме — это та компания, которая не использует людей. Поэтому мы видим в маркетинг-плане, нету там платы за входы, все остальное, всех обязательств. Потому что человек сам решает. И первое — это заботиться о душе. Не деньги в первую очередь, а сам человек, душа человека. Мы должны помнить в первую очередь об этом. Поэтому это первый девиз компании. Потом создавать видение. Самое лучшее, что мы можем, как мы можем предсказать будущее, это сами его спланировать. Прежде чем что-то сделать, мы планируем это. У нас есть цели, которые мы добиваемся, и вот это есть создавать видение. Когда оно еще не было, но мы уже его внутри создали в голове. Следовать вере. Следовать вере, что такое абсолютная вера? Это верить в то, что мы еще не видим. Перед этим было создавать видение. Мы этого еще нет в реале, но мы в это верим и это идем. То есть, поэтому это третий пункт. И служить смирением. Я бы даже сказала, это как бы кротость и как добродетель. В первую очередь, даже если мы находимся на высших рангах, мы должны служить тем людям, которые только приходят. Мы должны не забывать о людях.
Поэтому вот это четыре основные девиза, которые мы делаем самому себе, даем как обед компании. И поэтому вот эти четыре девиза всегда говорят перед семинарами в конце. Все понятно уже. Потом вы будете больше узнавать, у вас появится еще больше вопросов. То есть, когда вы много думаете, вы достигаете и становитесь большими лидерами. Потому что по сравнению со мной появятся партнеры, которые лучше меня знают, лучше умеют. С такими партнерами вместе идете, добиваетесь успеха. И мы должны подготовиться, то есть я должен подготовиться к этому, больше знать. Все сможем. Спасибо большое. У нас лотерея, да? Да, у нас лотерея будет. Да. Сейчас, секундочку. Так, мы лотерею будем проводить через рандомайзер, через сайт. У каждого из вас есть браслетик, где указано ваше посадочное место. То есть ваш номер, ваше посадочное место – это ваш лотерейный билет. Да. Может быть, кто-то ушел? Кто сидит на девятом месте? Yeah. Вы потеряли браслет? Это ваш билет, не теряйте. Так. Здесь нужно нажать кнопочку play, прокрутится рулетка, появится номер победителя, он получит приз. Далее нужно будет нажать кнопку убрать этот номер из списка, чтобы каждый человек получил по подарочку. Давайте для начала разыграем крем для рук. Здесь 8 кремов. То есть 8 номеров, то есть 8 раз подряд нужно будет прокрутить. Жми. Play. 41. 41.